Карьерный форум посетили свыше 1000 человек – школьники, студенты, выпускники и потенциальные работодатели. Вопрос работы актуален всегда. В программе мероприятия были представлены стендовая выставка работодателей, образовательные лекции на тему профориентации и построения карьерного трека, мастер-классы, практикумы по составлению портфолио и резюме и профориентационные игры. Они могут у стендов работодателей заполнить свои заявки, они могут оставить свои резюме и, соответственно, в дальнейшем коммуникация продолжается через цифровую карьерную среду факультетус. В стендовой выставке организации работодателей приняли участие более 50 компаний. Немаловажно, что была представлена стендовая выставка дополнительных образовательных программ КФУ. Эксперты отмечают, что в профориентации школьников есть пробелы. Все вузы должны заниматься этой работой даже со студентами. Кроме этого, еще в стендовой выставке свой стенд представил КФУ как работодатель. Все-таки наш университет является крупным работодателем в республике и в России, и, соответственно, мы содействуем управлению кадров нашего университета в повышении HR-бренда и увеличении насмотренности среди студентов и выпускников. Также отметим, что в рамках карьерного форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, совместной деятельности и использовании КФУ цифровой карьерной среды факультетус. Соглашение послужит не только формальным закреплением совместной работы, но и углублением возможности развития тестирования новых подходов и функционала, в будущем доступного для всех университетов страны. Карина Саяхова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.